Что готовим на обед? На обед будут щи солянка. Щи это самостоятельное блюдо, как бы суп с капустой, свежей или квашеной. Солянка бывает супом, а бывает капуста, тушеная с мясом. Но сегодня будет два варианта в одном. У меня варится картошечка, кипит, уже практически сварилась, лаврушка, сухие травы. У меня есть капуста, которую я жарила для вареников. У меня есть сосиски барбекю, которые я сейчас обжарю. У меня есть лук-порей, добавлю сейчас картошки. Морковка и грибочек один. Картошка, в принципе, почти проварилась. Я добавила лук-порей, чтобы они вместе проварились. Зелень, в принципе, варится быстро. Как только зелень и картошка уже вместе доварятся, я добавлю немного капусты. Отдельно на сковороде пожарю сосиски для барбекю, сниму их и на этом масле поджарю морковку. Ну, отдельно в суп в конце добавлю грибочек. В общем, это будут щи жареной тушеной капусты с сосисками. Щи солянка, можно так сказать. Совмещенных два блюда. Суп, ну и капуста, которая тушилась ранее. Если вы делали солянку, то есть тушеная капуста была с мясом, можно не использовать сосиски. У меня я тушила, жарила капусту с луком, поэтому лук я уже не добавляю, а вот сосиски как мясное добавлю. Итак, готовим. Ну и к обеду сварила компотик, еще горячий, только-только сняла и на его место поставила супчик. Картошка, лук-порей и жареная капуста с луком. Провариваю вместе немного и займусь сосисками. Жарим быстренько сосиски. Чуть-чуть растительного масла, с ним сейчас жир стопится и будет много жира. И потом добавлю морковку. Компот еще горячий. Нет, яблоки, виноград, немного персика. И я добавила вишню в банки. Вчера готовила сырники, добавляла вишню внутрь. Ну и немного сюда долила для цвета, для вкуса. Сосиски почти готовы. Если использовать готовую солянку с мясом, тушеную капусту с мясом, то суп варится очень быстро. Сосиски сняла, порезала, отправляю в суп. На место сосисок положила морковку поджарить. Жарка пропитается сосисками, маслом сосисок, жаром. Морковка поджарилась. Отправляю ее в супчик. Супчик уже почти готов. И еще грибочек добавлю. Можно без грибов. У меня был в хозяйстве один, я добавляю. Ну, еще массу проварить еще 5 минут, чтобы супчик был цельный. У меня получается довольно густой. Супец готов, компотик тоже. Можно приступать к обеду. Ложечка сметаны, для украшения можно использовать оливку. Итак, можно супчик наливать в тарелку. Итак, выглядят мои щи. И еще осталось у меня пол кастрюльки на два раза на выходные покушать. И идем в комнату. Ну вот так выглядит конечный результат. Я думаю, супчик очень даже красивый. Щи по-быстрому из капусты, которая была уже готова. Такой вариант у меня имеется в наличии. И заходите в гости. Будут баловать супчиками. И не только. Впереди выходные. Что-нибудь будем делать на выходные. Вкусненькое, сладенькое. Мяско. Что-нибудь придумаем. И до новых встреч на моем канале.